В пятницу 18 декабря прошло 4-е пленарное заседание первой сессии Славутического городского совета 8-го созыва. На повестке дня 29 вопросов. Вначале 6 партий, входящие в состав депутатского корпуса, заявили о создании партийных фракций. После этого мэр традиционно ознакомил депутатов коротко с ситуацией в городе. В частности, о снижении заболеваемости ковидом. Да, динамика трошки покращилась. Мы маем загальне зниження захворюваності в динаміці порівняно з періодом 2-3 тижні назад. Але разом з тим розслаблятися ще дуже рано. Попереду новорічні свята, а це означає, що контакти між людьми будуть збільшуватись, і ми очікуємо, що сплеск після новорічних свят також може бути. Наша лікарня забезпечена киснем, наша лікарня і лікарі забезпечені засобами індивідуального захисту. Зрозуміло, що ліків, які передбачені по системі гарантій, катастрофічно не вистачає, а коштовні ліки взагалі не передбачені в самій системі. Тому люди витрачають кошти на своє лікування. Ті, які мають дуже низькі ставки, подають заяви до програми «Турбота» і там комісія розглядає, там дуже жорсткі умови для того, щоб хоч певну якусь компенсацію людям зробити. Тому всі разом протистоїмо цієї пандемії. Провел короткий анализ 2 гололедных дней и высказал предложение о приобретении 2 дополнительных небольших машин для работы во дворах. После этого некоторые депутаты сделали заявление. Депутат Дорнопых зачитал обращение от предпринимателей, пострадавших во время локдаунов и запрета работы в выходные. Борисов о проблемах с выплатой медперсоналу больницы надбавок за работу с ковидными больными. Первые 17 вопросов были проголосованы единогласно. В них были внесены изменения в названия отделов, управления и предприятий. Дополнительно нужно было добавить, так требует закон, Славутической Мирской Рады Вышгородского района Киевской области. Достаточно продолжительные дебаты вызвало обсуждение вопроса изменения в программе благоустройства города на 2020 год. Утвердили депутаты и исполком Славутического городского совета в количестве 14 человек. Структуру, существующую в исполкоме, оставили прежней до 11 февраля. Утвердили 2 заместителей мэра города – Виктора Васильевича Шевченко и Александра Бернатовича Линкевича. А ближе к финалу состоялись выборы секретаря Мирской Рады. Кандидатуру для обрання секретарем Мирской Рады предложил мэр города Фомичев. Депутат Гантимурова Наталья Анатольевна. Від политической партии «Слуга народа». А затем было тайное голосование. Проходило оно в течение часа. Результат голосования объявила председатель счетной комиссии Майя Руденко. Кількість бюлетенів, які проголосували підтримую – 15. Кількість бюлетенів, які проголосували «не підтримую» – 8. Кількість голосів, які проголосували «утримався» – 3. Відповідно до другої частини та третьої частини статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні вважати обраною секретарем Славутицької міської ради Гантимурову Наталію Анатоліївну. Давайте ще раз привітаємо Наталію Анатоліївну з обранням на посаду секретаря міської ради. Бажаю вам все-таки, незважаючи на зауваження, бути об'єднуючим фактором для Славутицької міської ради, плідно працювати на благо нашої громади з усією міською радою. Ну, мабуть, вам 2 слова. Дякую всім депутатам, хто голосував, дякую тим, хто підтримував. Впевнена, що разом з вами ми спільно попрацюємо задля розвитку Славутича і підвищення добробуту славутичан. Ще раз дякую. На сесії були розглянуті ще кілька питань. І, в частності, виникла небольшая дискусія про мову спілкування на сесії міської ради. Оскільки ми знаходимося в країні, яка називається Україна, і ми являємося виборчим округом, ми повинні спілкуватися українською мовою. І я надалі буду намагатися вас спонукати до спілкування з нами українською мовою. Я буду виступати на тому язикі, на якому мені дозволяє виступати закон України. Я буду виступати на тому язикі, який гарантирован моїми конституційними правами. Я буду выступать для тех, кто хочет меня понимать и кто хочет меня услышать. Для меня самое главное, чтобы меня
понимали мои избиратели. Ближе к финалу мы попросили подвести итоги сессии трех депутатов. Мнения разные. Ну, вообще хорошо, что мы хоть начали работать, потому что начало нашей каденции, первое пленарное заседание, второе точнее, вообще не заладилось. Как минимум, хорошо, что мы работаем. А все остальное, ну, я уверен, оно утрясется. Все острые моменты рано или поздно мы проголосуем и... Уверен я, что начнется обычная работа. А ты перед сессией был уверен, что сегодня все-таки выберут секретаря? Нет, конечно. Нет. Снова произошло очень важное событие с точки зрения выбора секретаря. И для нас, конечно, это для города, я считаю, это важное событие, потому что оно показало, кто с кем объединился реально. То есть мы увидели полностью 100% объединение «Слуг народа», ОПЗЖ и «Батьковщины». Это Киевская область, Дубль-2. Абсолютно без отсутствия какого-то своего личного мнения, абсолютное подчинение партийным указивкам. И выбирается человек, который, ну, я бы сказала, лучше бы не предлагали эту кандидатуру, потому что это достаточно спорная фигура. В остальном я могу сказать, что до этого вопроса достаточно дружно и продуктивно проработали. Я как человек такой хорошего управленческого навыка, я считаю, что есть вещи, которые можно улучшать, меньше болтать, больше делать. И больше принимать решения за короткий промежуток времени. Ну, я считаю, они достаточно объективны. Ну, мое личное отношение к Наталье Анатольевне с учетом моего долгого с ней жизненного пути, они одни. Договоренности внутри Демократического Союза, они другие, которые я поддержал, в частности, и выдержал свое слово. Ну, получилось, как получилось. Я не думаю, что это худший вариант. Для городского совета и для города в целом Наталья Анатольевна Гантимурова – это далеко не худший вариант. Обязуюсь приучить Бориса Владимировича к спілкуванню на сессии міської ради тільки українською мовою. Тільки Борисова чи всіх? Буду намагатися всіх. Буду намагатися всіх. Як це в мене… Вийде, не знаю, але я буду намагатися, тому що спілкування за межами міської ради – це одне. Да, якщо я в житті рускоязична людина і міркую по-російськи, і мені трохи важко переходити на українську мову, але якщо я вже виконую обов'язки або місцевого самоврядування депутата міської ради, я повинен спілкуватися українською мовою. И это для меня важно. Следующее пятое пленарное заседание первой сессии состоится 24 декабря в 11:00.